Полное описание и точная дата выхода 13 и 14 серии нового сериала «Борщи». 13 и 14 серии сериала выйдут на НТВ 23 мая. В новых сериях мы увидим, как Людмила, жена Митрохина, выигрывает в лотерею. Дочь Митрохина, Юля, похищают и требуют выигрыш в качестве выкупа за ее жизнь. Митрохина избывает сын местного чиновника Бакрина. Он теряет память. Борщев расследует избиение Бакрина и похищение денег. Митрохин подозревает повара в кафе Людмилы, Веню в похищении дочери. Буров, работающий на Бакрина, требует деньги от Митрохина, которые тот якобы забрал во время драки у сынка Бакрина. Выясняют, что драку первым начал Бакрин. Обнаружена машина с трупом. Это некто Ручкин. Возможно, он похититель Юли, так как папка с ее рисунками обнаружена в багажнике его машины. Митрохину светит статья. 13 и 14 серии сериала выйдут на НТВ 23 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.